Советник ректора Казанского федерального университета Адель Вафин перейдет на новое место работы. До должности в университете он занимал пост министра здравоохранения Республики Татарстан. Находясь на этом посту, Адель Вафин активно способствовал сотрудничеству с Казанским федеральным университетом. В КФУ он курировал вопросы, связанные с медицинским образованием и исследованиями, а также работой университетской клиники. В то время, которое я работал в Казанском федеральном университете, конечно, мне удалось просто понять, каковы же сегодня возможности в части развития исследовательской деятельности. По нашим данным, Адель Вафин займет должность в медицинском кластере в компании АФК-система. Сотрудничество с Казанским федеральным университетом будет продолжено, это очень важно, и я думаю, что еще много совместных, интересных и очень полезных, важных проектов с Казанским федеральным университетом будет сделано. Мы хотим пожелать Аделю Вафину успехов на его новой должности и поблагодарить за продуктивную деятельность в Казанском федеральном университете. Артем Тупичкин, Универньюз.